В Алмате эксперты подвели итоги регистрации кандидатов в президенты страны. За круглым столом политологи обсудили возможные платформы всех претендентов на главный политический пост. У кого какие преимущества, кто с кем на каком поле столкнется и так далее. У кого какие есть, ну так скажем, пробелы, у кого есть свои преимущества, кто сможет их использовать в предвыборной агитации. Потому что на самом деле, как бы, даже то, что мы сейчас скажем, в принципе, и сами штабы могут использовать, потому что им со стороны тоже важно мнение от того, какие у них, допустим, есть интересные вещи, которые можно использовать. Эксперты размышляли о том, какую платформу представит электорату тот или иной кандидат. Мнения были разными, но все сошлись в одном. В каждой предвыборной программе будет акцент на социальных вопросах. Причем они коснутся не частных проблем определенного слоя казахстанцев, а в целом уровня жизни населения. Мы видим, что народ проявляет интерес к выборам, готов поддержать тех кандидатов, которых выдвинули политические партии, общественные организации. И теперь интересно будет посмотреть, конечно, самую горячую стадию, это предвыборная агитация, но мы будем уже обсуждать ее, когда появятся избирательные предвыборные программы кандидатов. Понятно, у выборов есть критики, и критик говорит, что избирателям не с кого выбирать. Я бы так не сказал, на самом-то деле представлен достаточно большой выбор, интрига сохраняется. Я думаю, это будет тест нашей политической системы.